В республике запустят программу скорой экспортной помощи. О ее реализации в следующем году рассказал первый вице-премьер башкирского правительства, министр экономического развития Рустам Муратов. Будет сформировано 4 группы экспертов, куда войдут специалисты Госкомитета по внешнеэкономическим связям, вузов региона и консалтинговых агентств. Они проанализируют деятельность предприятий, чтобы выявить производимые товары, которые востребованы за рубежом. По словам Рустама Муратова, многие бизнесмены и руководители просто не знают о своем экспортном потенциале и нуждаются в помощи профессионалов в этой сфере. Наша задача – это показать этим предприятиям, чего они могут достичь, какие страны есть запрос на их продукт, сколько этот продукт будет там стоить. Пошаговая демонстрация каждого шага, что необходимо сделать, чтобы на полках Турции оказался там, или другого государства оказался этот, соответственно, продукт. Также потенциальные экспортеры смогут рассчитывать на государственную поддержку. Речь идет о программах экспортный кэшбэк, субсидирование сертификации продукции, а также ее продвижение на международных маркетплейсах.